данный семинар позволит нам усилить и улучшить партнерство с Министерством труда и социального развития. Для чего? Для того, чтобы мы совместно принимали объективные решения, меры и строили совместные планы. Почему? Потому что данное министерство является основным министерством, которое работает с населением. Мы, как представители общественного совета, должны быть мостом между населением и Министерством труда и социального развития. Я думаю, сегодняшние знания и навыки, которые мы получаем во время семинара, еще раз повторюсь, позволят нам скорректировать наши мероприятия и вместе обратиться к населению и услышать чаяния или какие-то рекомендации или вопросы от населения для того, чтобы люди, которые принимали решения, они основывались на доказательствах и принимали корректные решения. Я считаю, что общественные советы, они должны быть при любых госорганах, потому что вместе с общественными советами мы достигаем определенной какой-то цели. Да? Именно общественные советы, они нам помогают, куда дальше идти. И мы вместе работаем во благо нашего народа. На сегодняшний день вот на этом семинаре рассматриваются очень важные вопросы, то есть взаимодействие общественных советов, государственных органов с самими государственными органами, потому что это больная тема, как вот сегодня звучало, и общественные советы, и государственные органы во многих моментах свою задачу, возможно, не совсем точно понимают, поэтому скорректировать и направить работу и общественного совета, и государственного органа, чтобы это была совместная работа, именно которая принесет пользу, это очень важно. Вот, общественные советы помогут государственным органам сделать работу государственных органов прозрачной, вот, довести ее как можно ближе для информации, для гражданского общества, чтобы эта работа совместная приносила пользу, а не было противостояния между государством и общественным советом.